Всем добрый день, это питомник роз Полины Козловой. Я, как обещала, вот снимаю видео, как правильно распаковывать саженцы, когда они придут, и как правильно их хранить. Сейчас очень много вопросов, потому что мы ссылки отправляем практически по всем регионам, а погода у нас еще такая нестабильная, что сегодня может быть солнышко, а завтра опять похолодало. И как бы высаживать розы хочется в хорошую погоду, с хорошим настроением, и люди спрашивают, как правильно сохранить саженцы. Ну вот смотрите, это наш кулек, это у нас пробный экземпляр, вот наша бумажка, что 25 февраля мы его сделали пробно, это первые дни отправки. Ну вот так он себя замечательно чувствует. Как нужно правильно хранить? Если вы получили розы, не обязательно у нас вообще, в принципе, и до посадки у вас идет где-то еще, ну пусть недели две, то есть такой достаточно небольшой срок, то нужно обязательно вытащить розы из коробки, не срывать из них вот именно корневую упаковку, а просто достать из коробки, поставить правильно, вертикально. То есть это для того, вот так вот он должен стоять, для того, чтобы почка, она все равно растет, роза она живая, никуда ничего не девается, чтобы почка просто правильно развивалась, чтобы она не смотрела в бок, а смотрела именно наверх. Вот. В нашем случае, вот у нас в кульках идет глина, обмокнутые корни, и опилка с гидрогелью. Вот когда она еще в состоянии пластичности, вот эта упаковка, то есть вы ее трогаете, она еще такая вот, да, вот гуляет, как будто там такая вот, как каша или жижа. Все это значит, влажности вполне хватает. И прекрасно можно розу еще хранить недели две. Если начинается подсыхание, то есть где-то вы храните в достаточно, скажем так, теплом помещении, вам нужно внутрь долить воды. Доливать можно несколькими способами. Можно залить туда просто по объему где-то стакан, а можно сделать по-другому. Можно набрать вот ведро воды, вот мы просто обычную воду набрали, и опустить туда кулек так, чтобы вода начала булькать, ну то есть чтобы она вот внутри у нее... Сейчас. Да. Ну вот все, вот видно, что пошли бульки. То есть пустое место, где есть, она заполняется водой. Буквально там достаточно 10-15 минут, это в максимум. А так вообще минуты 2-3 вода проникает внутрь. И корни себя прекрасно чувствуют. Можно еще взять потом второе ведро, чтобы оно стекло, чтобы нигде у вас мокрое не было. И хранить вот дальше. Он, то есть, кстати. Да, вот прям нажимает, и вода лишняя вот уходит. Болото там внутри быть не должно. То есть саженцы не должны преть от переизбытка влаги. Достаточно, говорю, вполне 200-250 грамм. То есть обычного стакана прохладной воды или воды комнатной температуры. Без всяких удобрений, без всяких... корнеобразователей. Все это по своему желанию вы можете сделать потом. Как правильно распаковывать саженцы именно наши? Потому что я смотрю много распаковок наших саженцев и скажу так, не все все делают правильно. Люди хотят быстро и вот по максимальному сразу, а нужно немножко подождать. То есть вы снимаете вот так вот, разрезаете пленку. Снимаете бумагу. И вот эту вот всю куколку ставите обратно в воду. И чтобы она постояла. Если саженцы пришли вот буквально 3-4-5 дней, достаточно стоять там 15-20 минут, полчаса, час. Если они вошли долго, либо от распаковки, от того, как вы получили посылку до посадки, у вас достаточно долгое время, то постоять в воде они должны достаточно долго. Ну, может быть, сутки, может быть, полсуток. Это нужно для того, чтобы глина и все, в чем обмазаны корни, чтобы она как бы стала жидкой, чтобы при том, когда вы розы отделяете друг от друга, вы не разрывали тонкие вот эти волосяные всасывающие корешочки. Вот, давайте сейчас посмотрим, попробуем, как она. Вот рукой потрогай. Вот, она вот начинает, глина, все, она отходит. Не надо ее как бы разрывать, убирать саженца прям вот насильно. Потом срезаем ветки, ой, господи, ветки, нитки. Вот, можно еще раз в воде, наверное, я так думаю, намочить. Снизу тоже, наверное, нитки. Мы ниток не жалеем, у нас проблем с нитками нету. Вот.
корни чаще всего, скорее всего, нетки есть, да, они подвернуты, то есть мы их не обрезаем, мы стараемся их по максимуму закрутить. И когда люди открывают, видят, что они прям бубликом закручены. Еще раз в воду можно опустить и прямо вот в воде их там размотать. Глина вся прекрасно отходит. Не надо ее смывать прям вот полностью, знаете, чуть ли не щеткой. Я смотрю, некоторые делают. Нет, наоборот, как бы когда глина обволакивает все ткани, это хорошо. Она не дает испаряться влаги из растения. То есть все самые лучшие посуды глиняная. В ней обычно ничего не прокисает, долго сохраняется. То есть глина – это лучший природный материал. Вот примерно вот так вот должны выглядеть корни, когда вы их откроете. То есть их не нужно раздирать друг от друга. Они прекрасно расходятся в воде. Но если бы мы этот кулек подержали в воде, предположим, там хотя бы полдня, они вообще бы тут на один раз-два рассоединились. Но те, кто меня смотрят давно, они прекрасно знают, что я все снимаю без... У меня видео никогда не монтируется, все снимаются, скажем так, на одном дыхании. Ну вот здесь, если присмотреться, вон еле-еле видны всасывающие корешочки. То есть у нас достаточно здесь прохладно. У нас, по-моему, здесь больше плюс 7 никогда не было еще за этот сезон. Это первый сезон, мы работаем в новой упаковочной. Так что вот такие саженцы сейчас прекрасно бы пошли на посадку. Но так как это у нас пробный экземпляр, так что те, кому попадутся розочки с желтыми бирочками, такими желто-горчичными, они, скорее всего, будут, ну не скорее всего, они будут подарочными. Так что вот так вот. Вот такой сюрприз. Это получается сегодня у нас 25, да? 23 марта. Вот практически месяц они у нас стояли. Все живые, не практически, все живые. Тургор, плотность на ветках есть. Да, они грязные, испачканные глиной. Вот честно, вот советую, не смывайте ее. Новые ветки пойдут зеленые, изумрудные, шикарного цвета. А вот эта глина, она очень хорошо предохраняет розы от того, чтобы влага из них испарялась. Влагу сохраняет прямо в идеальном состоянии. Вот как-то так. Нужно розочки размачивать, прежде чем рассоединять упаковку. Вот так. Роза, в принципе, культура достаточно жизнестойкая. Чтобы ее убить, это надо постараться. Так что, если вы получили посылки и у вас еще до посадки месяц, не переживайте. На холодный балкон, в любое холодное помещение, раскрываете упаковку, ставите вертикально, доливаете по стакану воды в каждый кулек и ждете. Ну и смотрите, чтобы не было пересыхания. Если помещение все-таки отапливаемо, значит, нужно хотя бы будет раз в неделю доливать туда воды. Все. Ну вот как-то так. У нас идет активная отправка заказов. Девочки обязательно вам отправят треки. Так что не переживайте, все свои заказы получите. Мы все отправляем по регионам. Просто у нас сейчас начали активно звонить северные регионы, когда же вы вышите. Если вы хотите получить свои посылки пораньше, пишите на электронную почту письмо, что номер заказа такой-то, можете высылать сейчас. А так мы все отправляем по регионам, чтобы вы саженцы получили и тут же их посадили, чтобы они у вас как можно меньше хранились. То есть, например, в Москву, Московскую область, мы будем отправлять розы где-то с начала апреля. То есть сейчас у нас еще идет юг, более теплые регионы и те, кто просили получить свои саженцы пораньше. Мы работаем в штатном режиме. Так что вот так. А у нас продолжается рабочий день. Продолжаем мы делать заказы. Ну а теперь всем спасибо и до свидания.